Представитель общественного совета при Люберецком ОВД Максим Карфидов считает встречи со школьниками крайне важной гражданской работой. Он уверен, только крепкий внутренний стержень позволит подросткам и особенно сиротам противостоять трудностям, которые ждут их на жизненном пути. И таким стержнем может стать поддержка от общественных сил. Дети, которые чувствуют себя одинокими, им гораздо труднее, чем тем, кто знает, что они не одни, что вместе с ними есть достаточно крупные силы и в гражданском обществе, и в правоохранительных органах. По его словам, выпускникам интерната проще, чем другим детям, ступить на скользкую дорожку и попасть в ряды правонарушителей. Лишенные родительской поддержки и любви, подростки часто начинают искать жизненный ориентир среди криминала. На встрече с ребятами Карфидов много говорил о том, что это такое – мужество. Считается, что это качество нужно только работникам героических профессий – полицейским, спасателям, пожарным. Однако сам активист с подобным мнением категорически не согласен. Мужество – это такая штука, которую ее нельзя выработать. Вот завтра будет война, вот завтра мы будем мужественными. Это вещь, которая происходит, накапливается, как-то оформляется в каждом человеке, исходя из его собственного видения, понимания того, кто он есть. И вот по большому счету вопрос мужества – это вопрос, кто я есть. Нынешняя акция – это только начало. Максим Викторович намерен и в дальнейшем продолжить воспитательную работу, особенно с теми, кому скоро предстоит покинуть родные стены. Анна Троян, Валентин Говоров, Люберецкое районное телевидение.